Ольге Бузовой редко удается провести время с близкими подругами и сестрой из-за большого количества работы. Кроме того, у Бузовой появился возлюбленный Давид Манукян, свидание с которым отнимает у нее много времени. Однако вчера Ольга все-таки нашла время, чтобы провести вечер в ресторане с Анной Бузовой и их общей подругой Ольгой Десятовской. «Наконец-то вместе», – прокомментировала звезда фото с близкими. Стоит отметить, что еще 2 года назад Ольга часто встречалась с Анной и ездила с ней отдыхать. Однако после путешествия в Куршевы они перестали публиковать совместные снимки. В январе прошлого года появилась информация о том, что после отдыха на французском курорте Ольга предпочла возвращаться в Москву бизнес-классом, а Анна и 2 подруги Оли летели экономно. Бузова-младшая тогда отметила, что она летала так, как может себе позволить. Кроме того, Анну заподозрили в дружбе с Анастасией Костенко, которую сама Ольга считает разлучницей. По слухам, именно Настя увела у Оли супруга Дмитрия Тарасова. Однако сестра телеведущей заявила, что не общается ни с какими бывшими мужьями и их женами. Однако все же Анна посещала концерт Оли в 2019 году в Москве, поддерживала ее. Певица, в свою очередь, поздравляла родственницу с днем рождения. Девушки даже обе присутствовали на празднике своего отца, однако до сих пор они не выкладывали совместных фото и не демонстрировали, как где проводят время в компании друг друга. А сейчас Анна подписана на Ольгу в социальной сети. А Ольга на Анну нет. Я тоже хочу. Мы же не уехали. Нет, мы ждали. Класс. У тебя блин розовый, я по платье, я увидела, какого цвета платье, мой взгляд. Спасибо. Кроссовки, ладно. Это же моя куртка. Да. От нас. Это то, что я люблю. Девочки мои, и мы едем сегодня кататься. У нас такая красота. Погодка, конечно. Хорошая. Хорошая! Пасмурная московская погода. Погодка, да. Ой, какой шикарный стол нам Анечка организовала. Это я подарила. Это Анечке, это Кусу. Да. Это свечки, сейчас мы зажжем их. Это фуникулеры. Это виноград. Это вода, это лужники. Это водица. Это лужники. А, это кораблик. Смотрите, сзади памятник. Смотрите, сзади памятник. Петру Первому. Правильно, молодец. Спасибо, что научила. И дело в том, что мы сейчас 20 минут фоткались, потому что то Кус закрывала глаза, то памятник из головы торчит. В общем, если вы сейчас не зайдете в мою ленту и не поставите лайк, все наши старания и старания Михаила... будут просто ноздря, поэтому... Ноздря? Старание Михаила ноздря. Все, хватит. Нет, еще есть одна история. Давай рассказывай что-нибудь. Памятник Петру. Что справа, расскажи людям. Справа? Справа Христа Спасителя. Справа водица. Водица. Ну ладно, прикалываешься, что ли? Я красивая? Да. Очень. Наша именинница. Фотосессия небольшая. Нам повезло так тоже с закатом. Красиво как. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.